Видел мир твою славу.
светом. Сегодня наши глаза будут открытыми, чтобы видеть Тебя во всей Твоей славе, во всей Твоей красоте, во всем Твоем величии, в благолепии Твоем, Господи. Открой наши глаза, открой наши уши, открой сердца и излейся Духа. О, как прекрасно! Мы восклицаем, как прекрасен Ты. Мы восхищаемся, Иисус, Тебя зовем, Иисус, Тебе поем, как прекрасен Ты. О, как прекрасен Ты. Восклицаем, как прекрасен Ты. Громче, громче, Иисус, Тебя зовем, Иисус, Тебе поем, как прекрасен Ты. О, как прекрасен Ты, как прекрасен Ты. Восклицаем, как прекрасен Ты. Драгоценная церковь Монео, а также все люди веры, кто смотрит нас в эфире, и также гости. Мы говорим сегодня: Христос воскрес! Воистину! Вы, может быть, скажете рано, но сегодня, в эти дни евреи празднуют Пасху, праздник Пасхи. Ведь Иисус Христос, Он искренне оттуда, Он пришел и заплатил ценой своей собственной жизни за нас и вывел нас из рабства тьмы. Поэтому сегодня многие люди в мире также празднуют праздник Пасхи. И мы сегодня присоединяемся, и мы говорим: Христос воскрес в вашей жизни. И, конечно же, мы будем молиться сегодня в это время, по нашей уже сложившейся традиции, мы будем молиться за детей, мы будем благословлять детей. Поэтому, если есть рядом дети, пожалуйста,
подзовите их, возложите на них руки или поднимите руки в сторону детей, направьте. Мы помолимся за деток, а также мы помолимся и будем молиться против коронавируса. Друзья мои, пасхальное время – это особенное время, когда была пролита кровь, кровь непорочного и чистого Агнца, нашего Господа Иисуса Христа. И мы верим, что в это время, время торжества и празднования Пасхи, друзья мои, это не время уныния сегодня. Это время нашей веры сегодня, поднять наши головы вверх, начать праздновать и верить, что этот коронавирус, он полностью уйдет из нашей страны, из этой земли, и Божья слава, она будет явлена. И ангел-губитель уже перестанет действовать во имя Иисуса Христа. Поэтому будем верить, молиться, и сейчас давайте будем молиться за наших детей. Слово Божье говорит, что дети освящаются родителями. Поэтому, если есть родители рядом, возлагайте руки на ваших детей. Дорогой Отец Небесный, мы просим и молимся сегодня о этом наследии, которое Ты дал нам, Господь. Это наши дети. Это благословенные дети, которые Ты предназначил для Своей славы. И сегодня мы прямо сейчас провозглашаем Твой покров над каждым ребенком. Мы верим, Господь, что Ты и щит, и ограждение для каждого ребенка. Мы верим, Господь, потому что мы доверяем Тебе, и наши дети освящаются через нашу веру. И мы благодарим Тебя, что они часть наших домов, что они часть нашей жизни, что они благословлены Тобой, и они призваны служить Тебе, исполняя Твою волю, делая то, к чему Ты каждого из них призвал. Мы благословляем мальчиков, мы благословляем девочек, мы провозглашаем Твою защиту над их жизни. Мы говорим, что никакое зло не приблизится к ним, никакая болезнь не сможет атаковать их, никакая язва не подойдет. Но мы верим, Господь, что Ты, Бог всемогущий, действуешь в них и через них. Мы верим, что наши дети проповедуют Евангелие в силе Святого Духа. Мы верим, что наши дети возрастают в познании Господа. Мы верим, что наши дети наделены Твоей мудростью. Мы верим, Господь, что лучшие успехи успеваемости есть у каждого из наших детей. Мы верим, что каждый призван особенно, по-своему, Господь, как Ты предопределил. И мы верим, что тот потенциал, те дары и таланты, которые Ты вложил в наши детей, они будут высвобождены в полной мере. Да будет возрастать каждый ребенок, да укрепляться в вере, в Твоей силе. Да будет возрастать у любви у Господа и у людей во имя Иисуса Христа. И мы благословляем сегодня наших детей и провозглашаем Твой мир и покров. И молимся также о каждом ребенке, кто сегодня заболел, кто сегодня простудился, кто сегодня находится в борении, какой-то болезни, мы прямо сейчас разрушаем всякую работу дьяволу. И Иисус, независимо от наших эмоций и переживаний, мы верим в Твое Слово, где Ты сказал, что ранами Твоими мы исцелились, и наши дети да будут здоровы прямо сейчас. Всякая вирусная инфекция да удалится от детей во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас чьи-то бронхи да будут полностью исцелены и восстановлены во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас всякие кишечная инфекция, да будет удалена от детей во имя Иисуса Христа. Провозглашаем нормализацию стула во имя Иисуса Христа. Также прямо сейчас благословляем наших деток. У кого-то есть вот сердцем какие-то отклонения, проблемы. Прямо сейчас мы провозглашаем, что сердце в норме, работает стабильно. Благословение и жизнь, Господь, на наших детей. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое прикосновение, за Твое исцеление и за Твою свободу. И за Твою жизнь во имя Иисуса Христа. Мы говорим, наши дети благословлены Тобой. Аминь. И мы также сейчас, Господь, в этой молитве мы соглашаемся молиться против всякой заразы, опустошающей в полдень. Мы молимся сегодня против этой заразы коронавируса, которая сегодня пытается касаться людей. И мы верим, Господь, что кровь Агнца, Твоя кровь святая, она очищает, омывает от всякого греха и останавливает поражение. И прямо сейчас, Господь, мы просим Тебя, яви Твою славу, чтобы в эти пасхальные дни было полностью остановлена эта поражающая сила дьявола, ангела-губителя, которая назовется коронавирусом. Во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе, коронавирус, и приказываем остановиться. Как люди веры, как Божья Церковь, мы прямо сейчас согласие молитве останавливаем действие коронавируса. Мы верим, Господь, Твою защиту.
защиту, Твой покров, Твою силу, которую Ты даешь нам. Мы молимся сегодня о наших братьях и сестрах, которые сегодня подверглись этому коронавирусу. Мы молимся об исцелении, восстановлении из жизни. Мы провозглашаем, Господь, что Твой щит над каждым из них, и ни один не умрет. Во имя Иисуса Христа он будет жить, возвещая Твои дела, прославляя Тебя. И также мы просим Тебя, Господь, покрой Украину, нашу землю, покрой Твоей славой и исцели от этого коронавируса тех людей, кто болен, кто заболел, кто сегодня был поражен этим действием дьявола. Мы провозглашаем, Господь, Твое исцеляющее помазание на всю землю Украины, на весь мир, через кровь Агнца, кровь Христа, через защиту Твою. Мы провозглашаем Твое благословение и исцеление нашей земли. Ты сказал, Господь, если мы смиримся пред Тобой, поклонимся Тебе, будем взывать Тебе, будем, Господь, изменим свои сердца и свое отношение, Ты придешь и исцелишь нашу землю. Господь, мы просим Тебя, дай каждому сегодня осознать свою позицию в нашей стране, свое положение, кто он пред Тобой, и яви Твою милость. Дай возможность смириться каждому и приди, исцели нашу землю от этого зла, от этого поражения во имя Иисуса Христа. И мы сегодня говорим, Господь, мы не видим поражения в земле, мы видим Твою славу, мы видим движение Твоего Духа, мы видим, Господь, движение пробуждения, Иисус, мы видим, как сердца людей открываются для того, чтобы спасаться, для того, чтобы понимать, что есть настоящая жизнь, жизнь в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. И мы говорим: Иисус, Ты Господь над Украиной, Ты Спаситель наш, и мы призываем Твою жизнь, Твою славу, Твое спасение для каждого жителя Украины во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы провозглашаем нашу землю свободной от коронавируса и людей здоровыми во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Друзья, мы будем поклоняться нашему Господу, открывая свое сердце. Иисус сейчас здесь, и Он наполняет твою жизнь. Будь открыт ко всему, что происходит. Принимай Слово Божье, и Божья жизнь, она прямо сейчас движется в твою жизнь, в твой дом, в твою семью, в твои обстоятельства, в твой бизнес. Провозглашаем перемены в жизнь. Благословение Божие! Благословение Божие! Дух Господний наполни каждую жизнь! Каждого, кто верит, каждого, кто ожидает Тебя, наполни Твоей славой и Твоей жизнью во имя Иисуса Христа. Аминь! Аллилуйя! Иисус Тебя зовет, Иисус Тебе поем, как не край. Иисус, как прекрасен Ты, как Ты прекрасен, восклицаем, как прекрасен Ты.
Твоя вовеки, вовеки, вовеки. Твоей любви нет конца, Господь. Твоей славы, Господь, нет конца. Ты вечный, Ты прекрасный. О, возлюбленный наш Иисус, Твои объятия, они так горячи. Твое сердце, Господь, открыто для каждого, кто взывает к Тебе. Твоя, Господь, рука не сократилась, чтобы благословлять. Твое ухо всегда открыто и преклонено к праведникам, к молитвам их, чтобы слышать, чтобы внимать и чтобы отвечать. Ты не молчащий Бог. В Твоих устах ответ. И сегодня, Господь, прошу Тебя, во время этого служения, Боже, пусть эти Твои получают ответы, пусть эти Твои получают слово, аллилуйя, которое будет выводить их, аллилуйя, из стесненных обстоятельств, освобождать от страха, приносить мир, Господь, аллилуйя, слава Тебе. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои во вратах чрева Сионовой. Аллилуйя! Иисус! Я тебя, что пребывает.
тьме голос в пустоте. Не могу без тебя. Мы просим Тебя сегодня, говори в нашу жизнь. Коснись, Господь, Твоей силой и Твоим словом каждого сердца, каждой души. Измени, Господь, нашу жизнь сегодня. Посети Свой народ, Господь. Говори, Господь, в каждое сердце. Мы верим, Боже, что сегодня Твой день, в который Ты можешь говорить к Своему народу. И наши сердца открыты перед Тобой. Действуй сегодня могущественно, Господь, на этом месте. Говори в жизнь каждого из нас. Пусть тьма уйдет, и придет Твой свет. Да будет Твоя жизнь в нас. Да будет Твой мир в нас. Твой шалом да будет в каждом из нас. Дух Святой, поведи нас, Господь, в глубины Твоего присутствия, в глубины Твоего Царства. Ибо без Тебя мы не можем ничего, Господь. Глория смешанкеда бабанабас. Кила угоша текила парсантичи диба. Лер кати да босо тушаката. Lerkitoro soto shakatile, peralo soto shamaha, ke soto wahamashide, lerke sitoro wahamashitikiri, lerka sitoro lodo mahabasanta, kleke seti shakatia, ke loro soto shamaha. Давайте помолимся в Духе Святом. Кишалурия, сын Лирия, Рамасан Лирис,
Наполняй Дух Святой. Наполняй церковь Твою. Наполняй Твой народ, который именуется Твоим именем. Наполняй, Господь, сегодня Твою церковь и всю эту землю Твоей славы. Аллилуйя. Дух Святой, приди. Дух Святой, приди. Оживотвори, Господь, каждого. Да живет душа и сердце каждого, кто поклоняется Тебе. Ты ищи себе поклонников, которые поклоняются Тебе в духе и в истине. Найди сегодня, Господь, в нашем лице Твоих поклонников. Призри сегодня на Твой народ, Господь. И излей Твое помазание, Твою благодать в жизнь каждого человека. Мы ничего не хотим и не можем без Тебя. Ты Бог, дающий жизнь. Ты Бог, дающий силу. Ты Бог, подкрепляющий уставшего, упавшего, поднимающего. Ты Бог, водящий бесплодную матерью в дом, радующуюся о детях своих. Ты Господь, воскрешающий мертвых. Ты Бог, дающий прозрение слепым и глухим. И глухим дающий слух. Боже, спасибо Тебе, мой Бог, за Твою силу, действующую в нас и через нас. Аллилуйя, шаги, лора, лара, 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 Твое царство да придет, Твоя воля да будет. Царь всех царей, Господь всех господствующий, милующий, благой, справедливый, вечный, живой, долготерпеливый, милующий, любящий прощать, сострадательный, Бог вечный, щедрый, Господь Бог. Аллилуйя! Пастырь душ человеческих, мы поклоняемся Тебе сегодня, мы превозносим Тебя в этот день. Мы любим Тебя, Господь, любим присутствие Твое, любим Слово Твое, любим Дух Твой Святой. Боже, мы благодарны Тебе за Твое присутствие в нашей жизни. Боже, действуй сегодня, Господь. Аллилуйя. Действуй по-особенному, как никогда раньше, Господь. Шали, 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 асан. Шелаба сотуаба. Лесо тура бикелери асата. Леке сотуша кителе. Glorious. Шлеке сон бишелея. Glorious. Клея соро амасия. Glorious. Шанки лире асан лире масанта. Руа бело роло роло яре 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 яре. Боже, говори сегодня в жизнь каждого из нас. Пошли Твое пророческое слово. Исцели Твой народ, Господь. Исцели нашу землю, Господь. Исцели этот мир, Господь. Пусть поколеблется все колебимое, колеблющееся, но останется непоколебимое Твое царство. И мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать. Будем ходить в истине. Будем служить великому Богу в благоговении и страхе. Ибо Ты есть огонь поедающий. Ты есть Бог, творящий суд и милость на земле. Слава Тебе, Господь! И в этот день, в это утро, Господь, мы открыты, чтобы принимать все, что Ты для нас приготовил, как Отец для Своих детей. Мы готовы, чтобы принимать Твой хлеб жизни, чтобы принимать силу свыше. Слава Тебе, Господь!